третий день суета в избе. Мамонька старается, штопает, латает, праздничную рубаху сына обновляет, одну заплатку краше другой нашивает. И потому то рукав розами алыми на локтях полыхнет, то бока развеселым горохом пестреют, и в клеточку, и в полосочку лоскут хорош, красота да и только. Стараюсь к базарному дню поспеть, чтоб сыночек мой ненаглядный Ванюша не хуже всех на базаре был. Парень он видный, но молодой еще. И для пущей серьезности кудри свои буйные перед зеркалом то так, то этак расчесывает. А как же, прихорашивается. Ванюша в город на базар собирается. И сколько скопила, столько и спрятала в узелок, что собрала ему в дорогу. С уложенными огурчиками да помидорчиками. Путь-то не близкий. Утром базарного дня благословила сыночка и подала тот узелок, что припасла накануне. Ну, Ванюш, на пустяки деньги не трать, мазуриков бойся. Да не тревожься, мамонька! С тем и пошел Ваня в город. А утро выдалось ясное, денек погожий. Идет Ванюша, посвистывает. Как пришел на базар, так глаза разбежались. Эй, налетай! Раскупай! Покупайте товары! Налетай, подходи, раскупай! И для объедения, и для утепления, для увеселения, всякие украшения, ну ничего не забыто, все привезено. Ой! Кипит базар, ой, шумит торговый люд, покупатели с продавцами торгуются. Эй, ты смотри, зеваки зевают да глазеют. Базар, одно слово, базар. Но особенно поразило Ваню то, что продавали купцы заморские. Диковинно, не по-нашему одетые. Даже среди всего этого базарного роскошества их товар уж очень выделяется. Прекрасные шелковые ковры, сплошь узорчатые, тончайшей работы, кувшины и вазы. Посуда-то чистого золота. Ай, на солнце так и переливается. Отродясь, такой красоты не видал. Но главное, отчего Ваня, как увидел, глаз отвести не мог, это не богатство диковинки, а белое-белое. Верблюдица! Белый — это очень первый снежок, только что выпавший. Она стояла у забора, неподалеку от прилавка тех восточных купцов. Сбруя ее от сверкания золотых и серебряных украшений ослепляла Ваню невиданным великолепием. Видит Ваня богатейшая сбруя, но нет, не сбруей залюбовался он. На верблюдицу насмотреться не может, и в ее кореоком глазу верблюжьем очарованный Ваня отражается, точно в омуте бездонном. А в Ваниных ясных очах верблюдица застыла, потому что уж больше ни на что другое глаза его не глядят. Кроме ее одной ничего вокруг не видит. Ее диковинная красота словно в самую середку Ваниного сердца впечаталась. И забилось оно часто-часто от умиления и какого-то томления неясного.
Эй, Вань, а Вань, коль приглянулась, бери ее себе вместе со сбруей отдадим. Видишь, как камни драгоценные на сбруи так и блистают. Мы, восточные купцы, щедрые, бери, а в обмен узелок. Узелок всего и возьмем. Уздечка бесценная, чистым золотом украшена. Бери, а не то передумаем. Подумать только. Восточные купцы, нисколько не торгуясь, этакое чудо почти за даром отдают. Безо всякого сожаления, вместе со сбруей бесценной, целую верблюдицу. От счастья слова вымолвить не может, только поскорее узелок протянул им. И один из купцов отошел, чтобы подвести под узцы Ване белую верблюдицу. А остальные двое скорее развязали узелок, что Ване матушка собрала, и очень довольные за обе щеки стали огурчики-помидорчики уписывать. Из опасения, как бы не передумали восточные купцы, Ваня, как из рук купца, уздечку принял, так сразу же поспешил увести белую верблюдицу с базара. Ведет он белую верблюдицу и сам с собою в глубоком изумлении рассуждает. Чудно все это! За эдкую малость, за небогатые наши с мамонькой сбережения, эдкую красоту отдали! И что того чудней, это как радостно набросились на огурчики-помидорчики, что в узелке были. Ну, словно не купцы богатые, а... Проходимцы, обманщики. Свят, свят, что же получается? Почудилось мне или вправду животное по-нашему изъясняется? А может быть, ворожба? Ворожба. Ворожба самая настоящая есть. Идем-ка побыстрее отсюда, Ваня. Уведи ты меня с базара. По дороге я тебе все объясню. А пока прими сердечную мою благодарность за то, что выкупил ты меня у обманщиков, купцов-чародеев, и от того, что вызволил ты меня. Спали с меня на свободе чары окаянные. Речь человеческая ко мне вернулась. Да почему же это обманщиков? Я сам их товар видел. Товар отменный. Сам любовался, насмотреться не мог. О, наглянись, сколько народу и сейчас у их прилавка толпится, эх, любуется. Да чары все это, чары, Ваня. А чары они наводить, ох, умельцы. И меня, честную девушку, околдовали и в верблюдицу обратили. Да что ты? Да для чего это? А чтоб была бессловесной прислугой. Чтобы ту рухлядь, рвань, осколки да обломки, что они перед народом на прилавок выкладывают, огромными тюками покорно перетаскивала с базара на базар и ни словечком возразить не могла. Так ты что же... Не верблюдица ты вовсе? Да нет же, Ваня. Не знала я, чем они промышляют. Вот и пошла на свою беду к ним в прислуги. А как узнала, что они обманщики-чародеи, бежать хотела, да обличить их бессовестных, да не успела. Околдовали? Кого хошь они околдуют. В услужении у них и мухи-чаровницы вьются, жужжат перед носом покупателя, чары наводят. Так от этих чар
Вся та рвань да обломки, то коврами роскошными, узорчатыми, мастерской работы, то золотом и серебром бесценной посудой кажутся. Да ну, право слово, ну что такое говоришь? А ты не спорь, Ванюша, а лучше посмотри, ну, на мою уздечку, что так крепко в кулаке сжимаешь. Ха, ну и посмотрел я. Ой, ой-ой-ой, это что ж такое делается? Это что ж такое? Люди добрые! Ваня в крайнем изумлении смотрел то по сторонам, то на потертую кое-где в узелках уздечку. Видимо, от изношенности рвалась, и кому-то приходилось ее связывать. Но за разговором базар был далеко позади, а эта рвань вместо сверкающей золотом и драгоценными камнями уздечка лежала на его ладони. А ты мне не верил? Говорю же тебе, Ваня, чары! Чары все это, потому и отдали меня в обмен на твой узелок. Понимали, кто верблюдице поверит. Ой, бедная я, бедная. Ну, ты того, ну не плачь, сердце мне не рви. Да шо с ней, с уздечкой этой? Да не на сброю же я постился. Да и вообще, нет, не гоже честную девушку на поводке водить. А ну, сейчас сниму, на кой она мне? И с этими словами Ваня решительно снял с белой верблюдицы уздечку. Ой, спасибо тебе, спасибо, сердечный ты человек. Тут Ванино внимание стало отвлекать жужжащая муха. Она вертелась так и эдак, словно хотела Ване всю свою красоту показать. Все пыталась на нос ему сесть, как будто отдохнуть. Но Ваня решительно отгонял ее, размахивая обеими руками. Ой, Ваня, осторожно. Че это? Это ж подарок. Не задень ее, подруженьку мою верную, жужжалку. Подарок? Муха! Эй, ну к чему так тратится, барышня? У нас это добра у самих в избытке имеется. Чего-чего? А мух у нас хватает. Спасибочка! Ой, Ваня, да ты не так понял. Я ж тебе не жужжалку дарю. А чего? Друзей кто ж дарит? Просто она от себя захотела поблагодарить тебя за мое освобождение. Ой, не понял. Так какой подарок? Сказки ее. Жужжалка большая мастерица сказки сказывать. А, спасибочка, конечно. Ну, кажется, не до сказок нам сейчас. Ну, не сейчас, но поверь, чудесные сказки. Уж очень рада за меня моя подруга, что освободил ты меня. Она тоже не хотела в обманах их участвовать. Улетела вместе со мной. А, так я согласен с тобой, с нами. Я не против сказок. Просто тут такое дело делается, точно сам в сказку попал. Чем дальше, тем страшнее. Так что давай рассказывай, как тебя окончательно расколдовать-то, а? Ну, что делать нужно, чтобы прежнее девичье обличье тебе вернуть? Может быть, мы с жужжалкой с этим справимся, а? Как, жужжалочка? Ох, трудно это. А, трудно, значит, возможно. Говори. Для этого нужно перед всем обманутым ими народом, накупившим у них обманного товара, обличить их, чародеев этих. Но они хитры. Больше одного дня на одном и том же базаре не торгуют. Вечером того же дня уплывают. Есть у них в услужении такой корабль. У них все давно сговорено, на нем и уплывают. Ага. Потому как на мять бока уже вечером этого базарного дня охотников много. Да и как иначе? Люди щедро платили за ту роскошь, что благодаря чарам видится им на базаре.
И довольные покупкой покупатели уходили с базара, а придя домой, разворачивают покупку, а тут домашние их насмех поднимают. Да и как не посмеяться за обломки да осколки? А сколько плачено! Пока разберутся, что к чему, лиходеев и след простыл. Торгуют-то только с утра, а потом ищи свищи. Плывут себе купцы-обманщики под веселыми парусами в другой город, где базар есть. Эх, понятно, других обманывать. Да-да-да, даже жалочка, теперь я и сама вижу. Вот те паруса показались вдалеке, тот самый корабль. Да уж, чудные просло паруса, пестрые какие-то. Эй, да они в заплатках, что ли? Ну да, прям как моя рубаха. Да, да, Ваня, тот самый корабль. Значит, скоро купцы покажутся. Пойдем отсюда, от греха подальше. Пойдем, да только не подальше, а на тот самый корабль. Опередим купцов, а обманщики пусть на берегу остаются. Ох, чую, жарко им тут придется. Давай-ка, жужжалка, расстарайся, без твоих чар нам сейчас не обойтись. Сделай так, чтобы в глазах у матросов этого корабля троилось. Ага. И я один им тремя купцами разом виделся. А я для пущей достоверности рубаху сниму и как у них скручу и на голову надену. Это тюрбан называется. Настоящий восточный купец. Хорошо тебе. Переодеваться не нужно. Да, они же не знают, что купцы меня сегодня продали на базаре. Так что все как всегда. Три купца и белая верблюдица. Да, поспешим подняться на корабль. За хорошее дело девушку расколдовать, да домой проводить. Мамонька не заругает. Хотя, конечно, ждет, волнуется. И они поднялись на корабль. И корабль поплыл. Это был такой корабль. Да, словом, ветер удачи никогда не дул в его паруса. Купцы платили нещедро. И в основном в ожидании их возвращения матросы целыми днями были заняты починкой и латанием ветхих парусов. Оттого и пестрели их паруса издали. И уж ни с кем невозможно было их перепутать. Расстаралась жужжалка, такие чары навела, что один Ваня сразу тремя купцами им показался. Не заметив подмены, матросы подняли паруса, и корабль отплыл. Белая верблюдица, Ваня с пышным тюрбаном на кучерявой голове и верная их подруга жужжалка, довольные, что благодаря ее чарам все прошло без сучка, без задоринки, стояли на палубе и всматривались вдаль. Они смотрели на всеудаляющийся берег. Вскоре оттуда, с берега, раздались голоса. Эй! Ой! Ай-яй-яй! Ой-ой! Ой-ой! Вот вам! Вот вам! Обманщики! Ах, вы злодеи! Ай-яй-яй! Видите? Слышите? Это не как купцов наших пьют обиженные покупатели. Да, вот и обличили их перед обманутым им народом. А я что-то не понял. Обличить-то обличили, но ты не превратилась. Ну, то есть в прежнее девичье свое обличие не вернулось. А я ждал.
Или чего еще не достает, а? Так ты скажи, не таись. Что еще сделать-то нужно? Ой, последнее, Ваня, самое трудное. Что? Уж и не знаю, стоит ли тебе, Ваня, это дело продолжать. Да говоришь, не томи. Можно оказаться на том самом месте, тот самый час, где околдовали меня. Тогда, может быть, чары спадут. Так они сами говорили, обсуждая между собой, крепко ли они меня заколдовали. О, и что же они не таились прямо при тебе? Не таились, потому что думали, что кто сироте в беде поможет. Да еще и обличье обыкновенной верблюдицы. Необыкновенный, белый. А просчитались. Ох, просчитались, потому как злыдни они и по себе судили. Так что плывем дальше. А пока дело до конца не доделано, не отступлюсь. А долго ли до того дня, когда беда с тобой приключилась? До недели всего осталось. Уж не знаю, поспеем ли. Ну, неделю можно и потерпеть, чтоб человеку человеческое обличье вернуть. Ой, мамонька, конечно, заждалась. А, волнуется, поди. Ну, что делать? Взялся доброе дело делать, так нужно до конца довести. И они поплыли дальше. Жужжалка сказки жужжала. Какие? Эх, нам бы свою закончить, не до чужих нам теперь. И вправду, удивительная мастерица сказки сказывать оказалась жужжалка. А еще пожужжит перед носом. И чары ее чудесные позволяют видеть невидаль всякую. Все то, что в тех сказках. Так что с ее сказками время стрелой летело. Пригодились чары. Так плыли они, плыли, пока однажды ночью не разыгралась страшная буря. Гром гремел, паруса трещали под ужасными порывами ветра, а потом вовсе порвались. В кромешной тьме сверкали молнии, освещая огромные волны. Они поднимались выше палубы и, нависая над нею, словно злобные черные великаны, смывали с палубы все подряд. Одно из таких волн и Ваню швырнуло в бушующее море. Но Ваня не растерялся. Изо всех сил он старался и плыл, куда и сам не знал, но плыл, стараясь рассмотреть, не мелькнет ли среди волн белая верблюдица, не услышит ли знакомое жужжание. И как только услышал он знакомое жужжание, от радости у него словно новые силы появились. «Жужжалка! Жужжалочка! Где ты? Я здесь! Здесь я!» «Белая верблюдица, где ты?» Жужжалка подлетела ближе и села на тюрбан, который все еще красовался на Ваниной голове, чтобы пообсохнуть и набраться сил. «Ваня! Ваня!» «Да здесь я! Держись, плыву на помощь!» Радость их была неописуемый, когда все трое встретились живы, здоровы. Пока Ваня и верблюдица барахтались в воде, жужжалка полетала над ними, чтобы понять, в какую сторону нужно плыть. И вскоре Ваня и белая верблюдица поплыли к берегу. Хорошо, что буря улеглась. Плыть гораздо легче стало. Да, вот. Вот и берег виден. Да. Как рассвело, пообсохли. И вдруг белая верблюдица, вместо того, чтобы отдохнуть после пережитого в бурю, «Эй, ты чего разпрыгалась-то?»
Да что ты пляшешь? Чему радуешься? Да как же не плясать, не веселиться? Ну? А, выбросило-то нас в тех самых местах, куда нам нужно было. Я, как увидела на пригорке вот те дома и пальмы, сразу узнала тот самый городок. Да где? Вон там. Да нет же, там! Да ладно, все складывается! А всего-то день остался до того дня заветного. Да какой день? Со счета ты сбилась! Сегодня поспеть нужно! Все, вперед! И они поспешили туда, куда им и нужно было поспеть. Они довольно долго метались по сонному городишке, пока, наконец, белая верблюдица не воскликнула. «Ваня! Ваня, Жужжалка! Это здесь! Узнаешь, Жужжалочка?» «Ворот не по-нашему сделаны, а красиво как, ишь, затейливо!» «Поторопиться нужно. Войдем вовнутрь. Я должна встать вот там!» Как только вошли они туда, такое сделалось. Среди утра ясного потемнело разом все вокруг. Гром загремел, а как встала белая верблюдица у беседки, так вовсе такое началось, что хоть и стремились они сюда всей душой, но как затряслась земля, разверзаясь под ногами, так душа Ванина в пятки от ужаса ушла. «Господи, да что же это делается?» Воскликнул Ваня, увидев, как белую верблюдицу вихрем над землей подняла и завертела в каком-то звездном сиянии. Он бросился к ней на помощь, но тут вдруг земля пуще прежнего содрогнулась и вся разломами пошла. Вдруг все стихло, и в разломах тех что-то заблистало. Присмотрелся Ваня. Да это ж сундуки из земли показались. Ой-ой, а что это в них-то? Не как золото. Клады бесценные. От сверкания камней драгоценных аж в глазах рябит. Вот тю, фу, Жужжок, твоя работа, что ли, а? Да не дочарка купеческих нам сейчас. Ой, о, девушка, а вы тут откуда? Слушайте, вы верблюдицу здесь белую такую не видали, а? Ну что вы улыбаетесь? Ну... Ба, да ты есть девушка расколдованная. И точно, и стоишь на том самом месте, где до этого свет представления белая верблюдица встала. Славная девушка. Грех было бы такой красавице в верблюдицах век мается. Хорошо, что мы тебя расколдовали. Узнал? Да, это я, Гельчатай. А это, Ванюша, не чары. Это богатство самое настоящее. Это купцы по ночам подальше от людских глаз закапывали. Но чары их злодейские с такой силой с меня спадали, что аж земля содрогнулась. Вот богатство их и открылось. Да-то я вижу... Опечален чем-то? Ой-ой, да как же мне не печалиться-то? Я тебя от всего сердца расколдовывал. Что таится? Душой к тебе прикипел, думал, мечтал. Вот станешь девушкой, честь по чести посватаюсь к тебе. Да, повезу с мамонькой своей знакомить, ну и... Не понимаю я тебя, Ваня, или передумал? Не нравлюсь тебе? Да нет... Не ровня я теперь тебе, девушке богатой. У тебя такие богатства под ногами. Ты теперь завидная невеста, а я гол, как сокол. Так что чувствую, пора мне откланяться.
Вот только помогу тебе собрать все это роскошество. Брось! Зачем мне все это? Чужое это все. Как чужое? А за все твои мытарства, пока верблюдицей маялась, тяжести перетаскивала с базара на базар. Но тут вмешалась верная подруга Жужжалка и не дала Ване глупость договорить. Так что вскоре отправились они обратно в Ванину деревню. Ваня с большущим тюком несметного богатства на плечах, Гюльчатай, смотрящая на спасителя ее, Ваню, такими глазами, ох, нежными, влюбленными. Мамоньке Ваниной Гюльчатай сразу по сердцу пришлась. Эх, а свадьба была! Веселая! Сколько народу гуляло, веселилось. Многие годы потом вспоминали и внукам рассказывали. И Жужжалка при них неотлучна. Бывало, всей деревни заслушивались ее сказками. Сказки Жужжалкины полюбились, прижились. До сих пор их сказывают. Но давно это было. Теперь разве вспомнишь, какие ее, какие нет?